Итак, что же идет? Стандартный чехол. Здесь сама камера. Стекло постоянно протиралось специальной салфеткой. Трещин, сколов никаких нету. И даже никогда не падало. Внешний вид, я думаю, 9 из 10. Единственное, что в кармане вот немного потерлось. Такая вот штука присутствует. Но это как бы не критично. На камеру это никак не влияет. Здесь есть небольшая потертость. Даже на экране пластиковое стекло, оно полностью в идеальном состоянии. Ни царапин, ничего на нем нет. Все работает на все 100%. Вот линза. Оно защищено стеклом. Стекло без каких-либо насечек и всего такого подобного. В общем, что же идет в набор? Идет вот камера. Вот идет к нему чехол. Далее добавляем вот такую вот решетку, в которую можно вставить без переходника, закрутить на резьбовое соединение, либо на GoPro-шное соединение, ну и как бы и пользоваться. Вот. То есть как бы все включается, все работает, безо всяких лагов, багов и всего остального. Далее. Идет еще в комплекте, прилагается следующий переходник. Немного модифицировал я, вот здесь просверлил, чтобы сделать вот такую петличку. Включаем. Здесь можно заряжать, с этой стороны можно заряжать, ну и продолжать съемку. Может использоваться просто как подставка. Вот такая вот вещь, довольно-таки удобная. Следующий аксессуар, который идет в комплекте, вот такой вот мини-чехольчик. Здесь я его обклеивал салфеткой, но оно в принципе не достает до самого корпуса, и поэтому в этой салфетке надобность отпала. Ну, есть как есть, вот такого плана. Закрывает экран. Вот. Далее в комплекте идет еще вот такой вот раскладной и довольно-таки хороший держатель. Здесь есть башка, которая крутится во все направления. Ее можно скрутить, использовать как-то отдельно. Здесь тоже выкручивается. Резьба такая, что можно вкрутить треногу небольшую, если хотите. Либо же на руку какую-нибудь веревочку сюда. Башка железная, очень удобная. Раскладывается где-то, ну, сантиметров на 50. Очень легкий, хороший и очень мягкая рукоятка. Далее продолжаем. Вот такой вот коротенький Type-C-шный провод от камеры. Далее из интересного еще вот такая вот металлическая рамка, которая покупалась отдельно, как и многое из этого лота. Ну, в общем, крепится это следующим образом. Можно закрепить даже вот здесь. Довольно-таки жестко, массивно. Все это собирается.
Далее переходник под GoPro. Плюс ко всему вот такой вот переходник, который накручивается для там крепления GoPro. Можно накрутить его сюда, можно накрутить его в другое место, вот сюда, вот, например, есть побольше диаметры, есть вот здесь поближе переход. Далее вот такой вот переходник под петличный микрофон. Слот для того, чтобы можно было извлечь карту, ее сюда вставить и в ноутбуке работать с файлами, если вы не хотите подключать камеру по кабелю. Ну, может быть, кому-то так будет быстрее и проще. Вот. Еще одна интересная штука, это вот такой вот адаптер для переноски. Здесь есть заглушка, здесь есть под лайтинг, под iPhone. Я никогда не пользовался вот этим переходником. Ну и есть переходник, опять же таки, для того, чтобы к системе GoPro подключиться. Работает он следующим образом. Вот он вставляется и как бы жестко фиксируется камера уже в данное крепление. Вот. Обычная заглушка стандартная, которая с ним шла. Вот как бы и все. Вот это вот. И то, что было снято до этого. Все это войдет счастливому обладателю.